Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. И сегодня мы поиграем в игру, которая называется «Коты против свиней». Ну что же, поехали, ребят, первый запуск, так что если где-то буду косячить, не обессудьте. Ну, а для начала нам нужно как-то назваться, и вы прекрасно знаете, как это будет выглядеть. Так, тихо, давай, все по путевому, чтобы было у нас. Ух, меня зовут Рэй, да? Так, быстрый бой, хорошо. Бой. Вис. Кто там? Висели против нас? Хорошо, пускай будет висели. Я не возражаю. Что это у нас вообще за игра? Какого жанра-то? А? Войнушка, что ли? Так. Хорошо. Жаб войны. Давай-ка проверим, работает ли моя большая Берта. Капитан Мяу. Потопит ли она этих свиноплавов? Так, что делаем? Оттянуть. Ага, вот так вот, да? А ну-ка. Есть! Потопили одного свинотника. Давай-ка вот теперь с этой арматуры. Арматуры базуки, ё-моё. Тихо. Не буяним. Потихонечку. Воу! Так, ну-ка, котик, давай-ка шмальнем вон в того. Еее. Слушайте, ну здесь, ну, блин, 90 хп мне за. Что такое? Так, стычка, да, значит, против. А ну-ка давай его бомбить. Отлично. Так, он подплывает, нет, вроде стоит на месте. На, еще получи. Так, у него 58 хп, блин. У меня 77. Кританул я. Черт, он не отстает от меня. Да получи ты, 6 здоровья, ребят, осталось. Сейчас я его ухоркаю. На, зараза, получил. Ха-ха, потопили мы его к чертовой бабушке. Комбо-очки какие-то зарабатываем. И 3 якобы звезды. Окей. А мы получили с вами 120 кошачьих монеток. Можно, конечно, это дело все удвоить, но пока мы не будем. Забираем. Так, и получили с вами контейнер. Слушайте, мне чем-то это напоминает Battle Cats. Нет, какой Battle Cats? Просто Cats. Да, где котики воюют на машинах. Так, давай посмотрим. А, нет, смотрите, мы ничего не будем. Мы просто забираем это все. И продолжаем играть. Начало, я так понимаю, это у нас идет как обучение. Ну, кликаем. Открыть. Давай прямо сейчас. Нажми, чтобы открыть, естественно. Вы получили зенитный. Это кот же, да? Кот. Снайпер, что ли, ё-моё? Ну ладно, забираем его, ребята. Так, что тут кликать? Каталёт. Показывает нам, что... Ах, вот сюда его можно ставить? Ну ладно, хорошо. Новые предметы. В общем, ребята, у нас с вами путешествие начинается. Звездная регата. В бой! Ой-о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 й
Лига 1. Точно Кэтс, ё-моё? Только немножко в другой форме. Так. Макс против нас. Хорошо. Слушайте, а если мне дали двух чувачков, как я ими буду одновременно управлять? Вот что у меня. Ах, вот оно как. Еле-еле там. Да ладно, еще ничего не сделали. Так, слушайте, ну как-то здесь немножко сложновато. Так, давай какой-нибудь шмальнем с тобой. Вон. Я вижу там какие-то... Кошар, ты хоть что-нибудь? Ты стреляешь-то, стреляешь, ты хоть... Дамаг-то наноси, ядрёно ты вож. Не надо мне тут торпеды всякие выпускать в меня. Слушайте, ну, довольно все сложное. Так, против Макса мы с вами играем. И я буду бомбить. Так, лети, патрончик. Ну-ка, отстреливаемся, что есть мочи. Давай, 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 бомби. Да куда ж ты промахнулся-то, засранец ты такой? Пальчиком бы здесь все было бы намного проще, ребят, поверьте мне. Победа, комбо-очки опять зарабатываем и... 3 звезды.
Шик и Блеск. Нажмите, чтобы поделиться. Не буду я пока ни с кем ничего делиться. Ребята, 90 монет кошачьих мы получаем с вами. И еще один контейнер мне дали. И я только рад этому. Так, открываем, естественно, будем открывать. Давай прямо сейчас. И посмотрим, что нам достанется. Вы получили еще одного зенитного. Мне их что, солить, что ли, теперь? Так. Что мы можем вообще здесь сделать? Что вот это такое? Так. Новый. И куда же я его могу сплавить? Как же я его могу сплавить? Я что-то немножко... Ах, вот оно что. Вот оно сплавить-то как. Я его просто пустил на составляющие, ребята. В общем, у нас получается 39 дамага наносит котик. Да, этого я больше тоже никуда. Я могу только его... Подожди, а вот это-то что такое у нас? Я боюсь, что вот этот котик, этот, который у нас сейчас наверху. Да? Или нет? Проверяем. Ой, точно, ребята, это был тот самый котик. И я его, извините меня, расплющил, расплавил. Зачем это надо было делать? Ну, зато теперь у меня 200 хп. Ой, как же я, ребята. Ну, я не знал, если честно. Ну что же, звездная регата, естественно, ребята. Поплыли, карта. Новые предметы. Так, металлические корпусы. Ребята, ну действительно, это же игра Cats, только на корабликах. Потому что вот сразу у меня вот это, металлические корпуса, золотые корпуса и... Пока золотые корпуса здесь, это максимальное, да? Хорошо, давайте с вами смотреть дальше. Я на уровень второй не могу передвинуться, только лишь здесь. А как же мне запустить-то? Как мне запустить этот уровень? Пока непонятно, ребята. Могу вернуться. Карта. Это, может быть, вот надо вот в бой? Идет загрузка. Загрузка чего? Пока непонятно. Так, ну что, давай быстрый бой. Ой, опять этот Макса. А что, кроме Макса? Так, я попробую все-таки еще раз в звездную регату. Так, в бой, да? Следующий, блин, противник. А если... Так. Как ни крути, ребята, мне придется в бой. Так, разные хп. 388 хп у кого-то там было. В данный момент я буду драться, у кого 102 хп всего лишь-то. Хе-хей, думаю, что мы справимся с ним. Ну что же. 103 хп, но у него два врага. Блин, почему он свиней против меня выставляет? Я не могу понять, почему у меня нету какой-нибудь вспомогательной защиты. Так, гад там подводный. Так, давай, кот, ну. Подбили, молодец, кошара. Так, теперь будут еще воздушные, не забывай. Вон они. Пошел отсюда. Ты смотри, а, он по мне уже бомбит. Иди отсюда, свинопас. Твое место на дне. Так, 103 здоровья. Да, стычка, год. Хорошо, я тебя понял, год. Ты видишь. Круто, у него тем более, ребят, смотрите. У меня такой корабль, а у него какой-то корыто, ё-моё. 26 на крит. Ну ты гад, а. Что он такой мощный-то, а? Ой-ой-ой, я боюсь, меня сейчас тут, ребята, располосуют. Слушайте, интересно, это реальный игрок или бот? А? Наверное, бот, ребята. Ну, давай. Опа. Смотрите, у нас флажки такие, ХП. Чем меньше здоровья, тем флажок короче становится. Бум. Потопили мы этого года. Комбо-очки. Да, 3 звезды, шик и блеск. Звездочки у нас копятся. Интересно, что дальше будет. Так, и мы получили еще 120 кошачьих монеток. И опять же очередной контейнер. Надеюсь, мне сейчас дадут моего искаженного этого котика, которого я спустил на заточку, так скажем. Так, посмотрим, что мне достанется. Ох ты, я получил новый корабль, ребята. Слушайте, а как интересно узнать лучше. Так, смотрим, короче. У меня в данный момент
корабль 200. Я так понимаю, защита или что это такое один? И смысл мне меняться вот на эту вот парашу? Мой корабль все-таки с одной звездой, ё-моё, этот барахло. Нет, так дело не пойдет. Я меняться не буду, ребят. Я оставлю себе мой вот этот вот кораблик. Конечно, он как-то странно выглядит, такое ощущение даже, что он как будто перевернутый. Но, тем не менее, я его оставляю. Ну что же, звездная регата в пи... нет, это, ребят, все нормально. Это... Или и с ним я сейчас буду драться. Жесть! 191 хп и плюс 2 котика. Будет сложно, конечно, с таким справиться. Точно, ребята! Кламане! Ух, надо постараться, надо постараться. Я не знаю, как у нас это все... Ну, во-первых, вот эти вот свинопасов нужно валить как можно быстрее. Котик, давай быстрее ты! Ой-ой-ой-ой-ой. Получи, говнюк. Слушайте, ну вот эти вот монетки же, ребята, нам неспроста дают, ведь так? Мы же что-то можем за них покупать. Да, и торпеда полетела. Кот, ё-моё, ну что-то со своей бандурой... Давай так попробуем. Нет! Нет, мы промазали. Да как же тяжело-то. Да ты... Блин, ну давай вот так попробуем. Есть, ну здоровья у нас уже очень и очень мало. 175. Плюс этот охламон, у которого 192 хпшки. Евген, Евгений типа, Женька, да? Ладно, Жека, будем пробовать тебя разбомбить. Но я сомневаюсь, что у меня это получится. Так, он критует, я критую. А ну-ка. Ёпперсет, это ж надо было так тупануть. Тупанул, ребята. Да чтоб тебя, блин, разорвало на тысячу кусков, а. Да, ребят, по-моему, здесь фейл галимый. Во-первых, фейл был изначально, когда я продал своего котика. Второго, естественно. Вот с этого все началось. Да, корабль у меня, конечно, крепенький, но, извините меня, не настолько, чтобы противостоять двум котам, плюс лодка практически по здоровью, как у меня. Даже крит, наверное, тут не поможет. Если бы можно было бы подбивать, сейчас бомбанет. Если бы можно было бы здесь, как сказать, сбивать вот этих вот котов, которые там сидят, было бы неплохо. Ну и криты, если бы почаще выходили бы, было бы тоже очень даже хорошо. Так, ребят, есть шанс, если он сейчас... Он попадает. И... Вау! Просто фартануло, ребята. Ха-ха! Я, конечно, внутри себя в душе хотел победить, но я не думал, что у меня это получится. Получил... Так, вот монеты. Куда же их можно тратить? А ведь их можно, ребята, куда-то тратить. Я больше чем уверен. Наверное, что-то можно за них покупать, приобретать. Где только этот супер-пупер в наш магазин? Опа, лига окончена. Позиция 1. Забрать какой-то ящик, что ли, получили? Тыкс, я перехожу на вторую, ребята, лигу. Так, открываем контейнер сейчас. Опять я получил эту говняную лодку. Она мне не нравится, она меня бесит. Просто... Так, открываем приз за прохождение лиги. Ну, минуту, я думаю, можно и подождать. Так, я с вами перехожу на вторую якобы лигу, да, ребят? И что же мы смотрим? Этот корабль у меня, ребята, на одну звезду, да? Тут также 5 звезд. Слушайте, ну это один в один корабли. А я могу как-то перетянить для продажи? Куда? Куда именно перетянуть? Сюда, да? Продал? Вроде как продал. Но ведь магазин же должен быть. Ага, но это гемы. Это все за гемы. А где за золотишко-то? Или вы хотите сказать, что здесь за золото абсолютно ничего нельзя? Хм. Это будет нелогично тогда. Так, ну что, у нас вроде бы должен быть активирован уже ящик последней секунды. И что же мы здесь получим? Ух ты, мы получили... Противолодочный. Противолодочный какой-то. Так, ага, вот он этот котенок. И подводную лодку, что ли, заработали? Так, ну хорошо. Давай мы это все дело заберем. Так, тут у нас что такое? Ага, понятно, музыка, херузыка, все это понятно. Давай-ка глянем, что у нас вот с этой... Как она хоть выглядит, подлодка, я не представляю. Ах, вот.
Блин, ну маловато как-то здоровья, да, согласитесь. Но зато круто как-то она так смотрится. Нет, я все-таки, наверное, свою лодочку возьму. Вот так вот. И поставь, куда тебе ставить? Сюда, да, значит? Интересно, сколько у него атака? Здесь 18, а здесь 19. Хорошо, мы тебя поставим сюда. Ух ты, а в этой лодке, ну-ка подожди-ка, мне кажется, три места, что ли? Ну-ка, мы можем вот... Опачки. Прикольно. Прикольно, чё? У меня три кота, ё-моё, ребят. Так, кстати, подожди-ка, здесь у нас всего два места, да? Вот в этой вот лодке, ребята, тоже... Так, наверное, есть смысл вот эту вот лодку взять. Да, я думаю, что вот эту вот... Да иди ты вот, вот эту вот лодку возьмем. И поставить вот сюда нужно третьего котенка. Да, как-то так. Ну что, ребята, поехали. Посмотрим, что у нас из этого дела получится. Естественно, регата в бой. Следующий противник. Тын-тын-тын-тын-тын-тын. Нам выбор, выбор, выбор. Кого-то выбрали, непонятно кого. Да это, в принципе, и не важно. У меня, главное, три котенка. Все, больше меня ничего не волнует. Так, а у него два... Сколько здоровья у лодки? 392, да офигеть можно. Так, давай-ка мы... Что ж ты так бомбишь-то слабенько? Блин, да, ребята... Коты-то у нас какие-то непрокачанные, ни хренашечки. Вот что я вам скажу. Свинья, пол, блин. Давай ты... Да чтоб тебе, да как тут... Жесть. По-моему, надо будет мне брать, ребята. Да ты будешь наводить-то, как-то ты подур... По-дурацки, если честно, он наводится. Здоровье всего лишь 41. И эти уродцы все еще продолжают. Гады. На. Сейчас, по-моему, меня, ребята, прибьют раньше, чем я подплыву к врагу. Вот и враг. 392 здоровья. Откуда он столько набрал? Че ты там ракаешь? На. Да ну нафиг, я его не пробью тут. Ни за какие ковришки, блин, не получится. Пум-бу, готово. Я бросил якорь нафиг. Так, хорошо. Я, в принципе, ребята, догадываюсь, как он-то все сделал. Я, наверное, так же сейчас сделаю. 331. Это следующий враг, блин. Пипец. Подлодная лодка имеет 331. Да подожди, дай мне этот. Так, я могу, например, вот эту лодку влить? Могу. Сколько он мне даст? Не знаю, попробуем, посмотрим. Мало он дает мне. А если я вот эту вбомблю, могу? Ну, почему-то не могу, ребята. Странно, вот эту могу. Ну, улучшение завершено, забрать. Хе-хе, ну кто теперь по здоровью круч? Конечно же я, ребят, я самый крутой. Погоди. Вот эту лодку надо... Или это она есть? Да ё-моё, я не ту лодку, ребята, сбагрил. Хрен с ним. Нет, мало, мало. Так, что-то мне вот этот кот не понравился. Хотя у него урон 19, противолодочный. Противолодочный. А этот у нас... Ну, тоже противолодочный. Нет, этот зенитный. Кого, блин, лучше взять? Я ума не приложу. Ну, этот как-то... Фиг поймешь, стреляет непонятно. Я возьму, наверное, вот этого паренька. А этого можно было бы, наверное, вбухать в лодку. Но я этого пока делать не буду. Ну что же, поехали. Теперь у меня 400 здоровья. Так, тут 331. Но мы, ребята, не забываем, что тут еще эти свинопасы нас подстерегают. Свинопасы наверху, свинопасы под водой. Короче, пока от всех от них отстрелишься, ты уже туда приплывешь с маленьким количеством здоровья. Ё-моё, вы посмотрите, вы посмотрите.
Почему у меня таких нету? Это же несправедливо, ребят. Иди отсюда. Промахнулись. Да что ж ты так жиденько-то стреляешь-то? Я не знаю прямо, а, ребят, ну. Это прям какое-то одно разочарование. Ты будь... Блин! Да чтоб вас. Бомбит и бомбит. Бомбит и бомбит, а. Зенитка называется. Ну давай посмотрим. Вообще, вообще фигово. Очень фигово, ребят. Бомбит он. То есть я не понимаю смысла вот в этих вот котах. Если у меня есть мой самый главный кот, то он еще как-то нормуль. Остальные же все как-то не имеют нормального урона. Так, ну что, мы приплыли к врагу или нет? Не пойму пока. Ну-ка. Хламане, тут еще надо... Подобьем, нет? Хрен называется, ребят, не подбили. Да что ж такая жесть-то тут происходит? Ну и смотрите, у меня осталось 240 здоровья. Как они хотят, как они хотят, чтобы я тут справился с ними. Черт, все-таки пальцем было бы намного проще, ребята. И нацеливаться, и все. Это жесть. Это вам даже не Angry Birds, где натянул и отпустил. Тут все, подбил. Ну и что, 190 здоровья, да? Вот он, враг очередной. 332 у него хп. Упризинг. Упризинг, блин. Да. Сейчас нас тут, по-моему, заколбасят. Да ты будешь стрелять, да что ты? Пипец какой-то, ребят, я не знаю. Он еще и не наводится, нифига. Так. Оу. Да. Очень сложно, ребята. Очень сложно в плане того, что вот навести. Навести сложно. Практически, я бы даже сказал, невозможно. Может быть, если только свайпом. А как свайпом? Тут бред получится. 332 здоровья. Я до него доплыл, у меня уже здоровья нету, ребят. Я не знаю. Пока прицелишься, пока выстрелит. Ну, пока как-то так, ребят. Так. Ну вот, вот куда вот он сейчас стрельнул? Я не понимаю. Ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви. Вот и ви-ви-ви. Подбили, отлично. Последняя осталась свинюха. Да чтоб тебя. Вообще мало. Вот вспомогательные коты отнимают очень мало. Да ядрёна ты вож, ну как же. Вот так вот что ли? Да. Все равно проигрываем, ребята, по здоровью. О, тут еще не все, тут еще враги у нас. Ты будешь, блин, бомбить. О, как же это сложно. Тьфу ты. Да. Назад он стрелять не умеет. Хвост у него, смотрите, сзади хвост. Ну что же, 220 здоровья против 300 с лишним. Это надо, блин, постараться, чтобы выиграть. Если мы еще вот так вот будем промахиваться. Он причем, ребята, не промахивается нисколечко. И бомбит причем довольно круто. Не, ребят, в эту игру однозначно нужно играть на мобиле, но не на ПК, ребят. На эмуляторе это невозможно. Не прицелиться, ни хрена. Все очень и очень тяжело. Но, тем не менее, ребят, я вам показал. Мы посмотрели, эта игра, ну, ё-моё, практически копия Кэтса. Только, как я вам говорил уже, сражения все происходят на воде.
Так что, дорогие мои друзья, будем на этом с вами завершать. Я чувствую, далеко здесь не уйду с этим наведением долбанным, которое меня подводит очень проблематично. Так что всем пока, всем удачи и до скорых встреч.